перец Суринам Хабанера Ред. Это перец с южноамериканской страны Суринамы. Очень высокоурожайный сорт, если посмотреть. Смотрите, сколько на нем плодов. Это очень хороший перец, очень высокоурожайный. Высота этого растения может достигать от 50 до 1,5 метров. Если будет выращивать их в теплице, при хорошем освещении, он любит влажность, вы можете собрать с ним очень большое количество плодов. У меня растет он 70 сантиметров в высоту. Такие вот красавцы, смотрите. Это такой перчик. Еще не полностью дозрел. Такие вот плоды. Очень-очень высокоурожайный. Острота этого перца 265 тысяч и до 328 тысяч. Это довольно острый и очень хороший и очень вкусный перец. Срок созревания этого перца 100 дней. Всего можно готовить сверхострые соусы. Он толстостенный. Если видите, такие вот перчики, они все такой неправильной формы. Очень вкусный, с ароматом цитруса. Это растение многолетнее. Его можно выращивать как в теплицах, также можно и выращивать в открытом грунте и на подоконнике. На подоконнике он будет где-то сантиметров, наверное, сантиметров 40, не выше 40 сантиметров. Тоже очень высокоурожайный. Выращивайте такой перец, и он обязательно вам понравится.